Всем привет, мы продолжаем играть ТЛД. К сожалению, я уже не могу просто ездить за нашим ярлом по двум причинам. Во-первых, у нас заканчивается еда, и скоро взбунтуются к чертям ребята с фразой «Что за фигня? Почему ты нас не кормишь?». Поэтому мы сейчас с вами отправляемся немножко по лагерям и соберем хоть какую-никакую, но еду. Также за кадром, скажем так, Долгулдур, простите, Гундабад отправил свои войска тоже в эту часть. И, насколько я понимаю, у них там сейчас происходят драки, а поскольку я гонялся за нашим ярлом, я все эти драки пропустил, к сожалению. Поэтому сейчас мы плюем на гребанное задание «Бегай за нашим ярлом, пока он тебе не надоест», и отправляемся в ту сторону. Возможно, мы успеем даже поучаствовать хоть в какой-то одной битве. Честно, очень маловероятно, что мы сможем этого сделать, поскольку... так, у нас тут повышается уровень некоторых. Давайте повысим, и дальше побежали, побежали. Поскольку отправились они достаточно давно, и, как вы видите, было уже несколько оповещений о том, что прошла драка, и Гундабад победил, что немаловажно. Они смогли все-таки хоть что-то сделать. Так, сейчас мы с вами находимся уже на вражеской территории, и пока наших нигде не видно. Так, это разведчики Гундабада. Но ни наш ярл, ни наши фракционные друзья из нашей фракции, никто даже не двинулся в сторону с гундабадовскими ребятами. Никто не пытался им ни помочь, ни поучаствовать в драке, ничего такого не было. Так, ну насколько я вижу, тут у нас противник есть. И его немало на самом деле. О, а это кто? А если он достаточно далеко отойдет? Давайте попробуем вот так сделать. Я не знаю, успею я к нему или нет. Сбежал он или нет, но... Да, сбежал. Паршиво, конечно, но что ж. Был шанс его, если не убить, то хотя бы ослабить. Так, у нас повышение. Готово. Так, тут противник бегает. Давайте посмотрим, что тут. Харатские налетчики. Ну, в основном тут бегают, да, наши ребята, но они что-то не очень много чего сделали. Под осадой ни одного города, и вся территория находится сейчас в свободном доступе противника, они бегают как хотят. Но бывает. Так, из отряда противника, опять же, нам надо бы отсюда убраться. Тут причина в том, что их все-таки намного больше. Если бы это был один отряд, даже в сотню, еще кое-какие шансы и были, возможно, то если отряд уже, извините меня, в сотню, их 4 штуки, слишком много, мы не справимся просто. Ну и смысла особо уже нет воевать тогда. Так. Киринамрот. Да что ж вы никак не уйдете никуда? Что вы тут пытаетесь найти?
Как видите, их тут 5 сотен, и они просто ходят. Все. Никакого толку с них нет, но они ходят тут. Давайте поищем нашего ярла. Задание у нас никто не отменял. А нет, пропало. Мы либо его выполнили и не заметили, либо просто нас выкинули к чертям, сказали, на кой бог ты нам нужен. Хорошо. Так. А в любом случае нужно вернуться. Нам нужно еще немного еды прикупить, поскольку мы потратили всю еду, пока ездили за нашим ярлом. Такой дебильный тур по лучшим районам. Так, и давайте в Гундабад тоже заедем, возьмем еды. А это кто у нас там бежал? Такой симпатяшка. Давайте говядину возьмем. Все заберем. Она, скорее всего, конечно, испортится, но... А не он ли нам давал задание? Вполне возможно. Нет, не он. Пока. Хорошо, давайте отправимся дальше. Паршиво то, что мы не поучаствовали ни в одной драке. И Гундабад, насколько я понимаю, уже вернулся весь всем составом, поэтому... Да, весь состав Гундабада уже на месте. Мы с вами пропустили самую интересную часть из-за нашего задания с ярлом. Печально, печально. Но ничего страшного, могло быть хуже. Так. Давайте отправимся опять же к нашему врагу и посмотрим по поводу того, чтобы... По поводу того, чтобы поучаствовать в какой-то драке или выманить кого-нибудь. Ну, нам заняться-то особо нечем в любом случае. Можем съездить опять же к ярлу, взять задание, но... Что-то он не блещет в последнее время интересными заданиями. Так. Ну, тут у нас восстановились войска у ребят. Ну, что я могу сказать? Печально. А там еще и возвращаются войска. Что они там делали, интересно? То есть они возвращаются сейчас сюда и... 187, 100, 108. Можем попытаться напасть на сотню, но слишком близко. Просто враги нас разобьют. Давай, иди за мной. Я отведу тебя к своему начальству. Оно у меня веселое, забавное. Людей любит. Эльфов не очень. Хорошо. С эльфами понятно. Извините. Случайно. Дикие орки, 5 орков. Смысла нет за ними бегать. Так, еда у нас в порядке. По отряду у нас кто-то стал лучше. Давайте улучшим. Тяжелый конник. Знатный конник, тяжелый конник. Так, и едем к ярлу. В любом случае делать нам больше нечего. Нужно взять задание у ярла. После этого можно будет уже на что-то рассчитывать.
Давайте мы на главной площади. Ярл. Простите. Есть ли у вас задание на... Дивность рога. К несчастью, им так и не удалось взять кого-нибудь в плен и доставить языков, потому мне нужен хороший воин, который добыл бы 8 пленных врагов. А, ладно, давайте возьмем. Все равно мы добыть их не сможем в любом случае. А ты мне что скажешь? Чертоги. А, хорошо. Нет, караванов я искать не буду в любом случае, потому что их просто нет. Так, еда. Тухлятина. Вчерашнюю еще давайте оставим на какой-то срок. Пускай побудет. И нам нужно 8 противников. Где их взять, я не знаю. Давайте сохранимся. Так. 8 пленных. 8 пленных. Но это можно только в одном случае, если кто-то будет устраивать большую драку, и мы влезем. Но что-то я такого не замечал пока. Сами видите, больших драк не намечается, а влезть придется. Ну, тут остается только одно. Либо самому поучаствовать, влезть и попытаться отбиться. Но опять же, вот сколько тут, сотня. Можно попробовать ради забавы влететь, но это будет именно ради забавы, и скорее всего, что мы просто умрем. Смотрите, у него страж, знаменосец, конник, всадник. Ну, я не знаю, честно. Честно, вот не знаю просто. А, давайте я сохранился. Если не получится, мы просто с вами загрузимся. Но ради интереса хочется попробовать. Сможем мы повредить этой сотне? А, нет. Нет, спасибо. А, да, конечно, сейчас я влечу в толпу из 500 воинов. На сотню я еще мог как-то позариться, а вот на 500 нет, спасибо. Я не настолько отбитый, чтобы делать такие вещи. Ну и пленных я тогда точно уже не возьму, скорее просто умру. Так, давайте съездим в сторону Изенгарда, Мордора и всех остальных. Посмотрим, может мы кого-то сможем направить в нужную нам сторону. Вряд ли, конечно, но все же попытаться стоит. Мордор, Харады. Ну, давайте, хоть какое-то войско есть где-то. Войско есть, войско бегает, и войско достаточно большое. Тех же вот Харадов. У меня для вас задание. А, то есть направить их на врагов я не могу. Хорошо. А этих? Я просто не уверен, можно ли направить их в принципе куда-то. Нет, нельзя. То же самое. Хорошо. Давайте посмотрим с другими. Есть где-то тут кто-то еще?
И что-то пустоватенько тут, пустоватенько. Ну, что тут скажешь? Плохо, плохо, плохо. Главная площадь. То есть я могу их отправить и дальше, только Каир Андрос. Это тоже не то все. Может ты? Берутиэль. Но опять же, это все не то. Все не то. Не то и не туда. Давайте это продадим, это возьмем. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну что тут скажешь, кроме одного? Нам нужно сохраниться. Или попытаться самому что-то делать, либо пытаться кого-то вытащить, но никого нет. Просто некого направить. Ну, во-первых, мне очень жалко будет врываться в какую-то отряд из 100 рыл, потому что просто потеряю своих всех. Чего мне очень бы не хотелось, честно. Они достаточно уже тренированные, и просто так их терять очень не хочется. Сотня. 3 сотни. 3-4 сотни, ну, много. Эх. Мне бы сейчас отряд нашего ярла было бы очень хорошо. Так, хорошо. Давайте встретимся с нашим ярлом.